Хейо, гайз, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игруху под названием Darksiders 2. Всегда, когда я сворачиваю игру, он будет у нас делать сальтуху. Приветственная сальтуха. Окей, в прошлой серии мы были в какой-то ледяной глыбе в горе, и нас телепортировало сюда. Окей, что нас интересует? Во-первых, это прокачка. Мы получили уровень, а значит мы можем прокачать. Шкала жреца. Что это значит? Типа им. Так, мгновенный удар. Это вот это. Типа вот это все это жреца, да? 5. Раз, два, три, четыре, пять. Ну ладно, не знаю, не суть. Так, мгновенный удар. Смерть так, переносит через поле боя и выполняет сильнейший удар косой, нанося врагу урон и восстанавливать здоровье. Смерть. Так, стоит 200 единиц ярости. Наносит 93. 109 урона. Возвращает в качестве здоровья 10% нанесенного урона. Некромант. Так. Эсгумация. Смерть призывает кровожадных упырей из могил, чтобы они помогли ему в бою. Стоит 300 единиц ярости, каждый удар упыря наносит 3 единицы урона. Ого, это много. Призывает упырей 2. Очень много. Так, давайте я буду, короче, прочту сразу. Некроманта. Неумирающий запас здоровья. Так, призываемых упырей увеличивается. Так, увеличивается запас здоровья упыря на 51. Истощение. Часть урона, наносящего упырям, выполнять ярость смерти. Фигня эгида. Смерть окружает себя их романтическим щитом. Так, значительно улучшает защиту и сопротивляемость. Стоит 30 ярости во время действия, увеличивает защиту на 41. Во время действия увеличивает сопротивление на понятника 41. В принципе, вот этот нормальный. Так, свирепые души. Так, упыри наносят дополнительный урон огнем врагам вокруг. Фигня. Приманка смерти. Враги смерти нуждаются атаковать призванных упырей. Так, у нас, видите, еще такая полоска есть. Отражение. Часть урона, наносящая смерти эгиды, отражаются обратно во врагам. Так, отражает 10% наносимого смерти. Так, вот эти вот два у нас хорошие предмета. Это у нас вообще пассивка считается, как я понял. Так, глухая оборона. Эгида улучшает магические способности, смерть 21 маги. Так, взрыв трупа. Вызывает тупорев, так взрывающий после смерти, или, по крайней мере, действует умение, нанося врагам урон и отбрасывает их. Хорошо, сразу эту. Вестник смерти. С каждым ударом призванная стая воронов полностью энергии жреца пополняет энергию жреца. Стая. Из необыкновения появления воронов, которые так бросаются на врагов смерти. Херня, на самом деле, вот это призвание. Благой дар. Вороны смерти. Так, пополняет здоровье хозяина, атакуя врагов. Восстанавливается с единиц здоровья при каждом ударе. Ледяные вороны. Вороны смерти, наносящиеся холодным мертвым равнине, нанося врагам урон льдом. Так, вот эти еще пассивки две. Заземление. Во время действия эгиды смерть поражает молниями ближайших противников. Каждое число врагов единица. Окей. Так, защита смерти. Эгида действует дольше и требует меньше затрат. Уменьшает стоимость на 10%, действует на 3 секунды дольше. Бешенство. Смерть направляет свой запас ярости против врагов. Бешенство. Так, тем сильнее, чем больше у него ярости, затраты, так, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Неизбежность. Враг поражается мгновенным ударом. Может замедлить холод, так, замедление на 20%. Так, жертва. Мгновенный удар может иногда поджигать врагов. То есть у нас либо заморозка, либо поджог. Наносит 7 единиц урона каждые 0,5, 10, 5.
То есть в сумме у нас 70 дамага. Вероятность поджога 25%, вероятность замедления 25%. Замедление, я не понимаю, может быть замедление так, либо замедление просто передвижения. Здесь лучше огонь. Так. Загробная ярость. Увеличит вероятность критических уронов при мгновенном ударе. Вероятность критического урона при мгновенном ударе на 10% больше. Бесконечная ярость. После мгновенного удара, так, накопление ярости увеличится на короткое время. Увеличение накопления ярости на 40%. Действие 10 секунд. 50-50 на самом деле. Жатва. Смерть, так, проявление истинный облик. Приводя удар косую во вращение и уничтожает окружающих врагов. Стоит 200 ярости, наносит 220 единиц урона. В принципе, хорошая вещь. Неудержимость. Человеческая сила смерти дополнительно так увеличивается. Стоимость 300 единиц во время действия усиливает силу на 30. Хорошо. Неотвратимость. Во время действия неудержимости смерти с большим вероятностью наносит критический удар. Вероятность критического удара увеличится на 10%. Убийственный удар во время действия неудержимости смерть с большой вероятности наносит 2 удара за атаку. 5% вероятности нанести врагу второй удар. Так, цветение смерти. При мгновенном ударе по врагам происходит взрыв, наносящий урон врагам. Поблизости это хорошее. Так, обретение мощи. Пока действует неудержимость, критические удары смерти наносят больше урона. Урон от критических ударов увеличится на 20%. Зов могилы. Способность неудержимость действует дальше. Увеличение длительности удерживает так. 3 секунды. Урожаем. Вероятность критического удара врагов поражает жатвой. Увеличивает. Вероятность критического удара жатвой увеличивает на 15%. Хорошо. Повреждение. Враги, пораженные жатвой, ненадолго получают больше урона от всех атак смерти. Увеличит урон на 10% каждое повреждение врага. Алая жатва. Враги поражаются жатвой. Так, принося энергию жрецу. Так, приносит дополнительно 8 единиц энергии жрецу с каждого поражения противника пораженного. Буря жнеца. Тело смерти становится вихрем, несущий облик и старой кости. Они, так, ранит всех, кто оказался слишком близко. 400 ярости, 10-3 секунды, наносит 34 урона каждый 0,2. Вау. Это получается 20. Это 680 урона. Буря наносит 517 урона единиц. Подождите. 0,2. Почему я посчитал... А, все окей. Я посчитал 100. Я считаю деньги. Класс. Ну, здесь понятно, что мы выбирать будем. О, тут еще есть уровень этой способности. Понятненько. Стоп. Хорошо. Так, возьмем то, что нам нужно. А можно на быстрой кнопке? Так, ну, в принципе, здесь можно смотреть нам на карту и находить сундуки, если они тут мне есть. Мне придется идти одному. Фейсбар. Так, кстати, мне нужно быстро назначение клавиш. Зелезея, буря жреца, троечка, неудержимость. А ну-ка. Короче, шестерка. Чтобы получить доступ к конкретной информации, посмотрите карту мира. Ага. Вижу, куда мне нужно идти. Хорошо. Ну, погнали.
не место для лошади. А почему? Такой музончик, как будто, я не знаю, три камень. Так, сразу я немного заметил, когда проверял видосик. Немного поувеличу. Ой, слишком громко. Так, сохранить, я думаю, надо. О, денежка, денежка. Денежки мне нужны. А денежек я не против. Ты кто? Жнец! Ты как раз вовремя! Творцы умирают. Наш мир вместе с нами. Нас осталось всего ничего. Жизнь воина не может быть легкой, древней. Да, она не легка, но проста. Я всегда считал, что умру с оружием в руках, окруженный трупами врагов. И от такой славной смерти ты скрываешься за запертыми вратами. С порчей невозможно сражаться. Ее нельзя ранить. Можно только убивать тех, кто склонился перед ней. Каждый удар, что я наношу порче, это удар по кому-то из своих. Подумай над этим, всадник, прежде чем называть меня трусом. Тренировка. Я всегда хотел сразиться с творцом. Вау. Так, преклонение вперед. Позволяет быстро преодолеть расстояние до врага и пробить их защиту для атаки. Удар метеором. Так, воздух. Альт. Смерть так. Стремительный бросает на землю. Двойная пушка. Может подбросить противника в воздух над головой смерти. Политворец позволяет быстро так, преодолеть расстояние до врага. Бла-бла-бла-бла-бла. Только сы жреца, смерть призывает жреца для нанесения удара. Тут нужно будет прокачивать. Так, бесплатно. Получить, да. Так. Кейн научил вас полезному приему. Возмездию косы жреца. Выбрав меню тренировка, можно получить новые приемы. Так, хорошо. Допустим. Я могу избавить тебя от страданий, творец. Ну, ты можешь попробовать. Попробуем. Этот клинок старше тебя, всадник. Да и длиннее вдобавок. Я могу укоротить его, да и тебя тоже. Разиться. Удивительно, что ты еще жив. Ты быстро бегаешь, но медленно встаешь. Воу-воу-воу. Понять. Никакой всадник со мной не справится. Ну, подожди, подожди, будет у меня оружие помощнее. Я тебя разнесу.
Так, нам нужно наверх. Мне придется идти одному. Как эти княженцы. Фолиант. Ходящих нет. Что значит фолиант? Ладно, нужно с собой, да, поговорить. Клянусь бородой Творца, слухи не лгут. Всадник в кузнечных землях. Меня зовут Элия, а это мой брат Валус. Мы хранители этой кузницы. Валус. Хотя нынче она уже не та, что была раньше. Это кузница Творцов? Не. Та кузница больше нам не принадлежит. Ее огонь погашен порчей. Но именно там когда-то были созданы темные башни ада и города небес. А теперь вы куете безделушки. Ха, а ты, один из четверых, теперь ищешь помощи Творцов? Похоже, все мы не ископали. Я пришел сюда в поисках древа. Ваш староста упомянул огонь. В чем дело? Да, пламя гор, кровь отца камней. Когда-то оно струилось к нашей кузнице, как и слезы гор. Они придавали нашим творениям невероятную силу, сердце и душа камня, да. Но порча отняла их у нас. В нашей кузнице теперь тихо. Как это связано со мной? Путь к древу закрыт порчей. Ни тебе, ни нам туда не попасть. Восстанови нашу кузницу, тогда сможешь найти древо. Я не разделяю твоих взглядов. Мы творцы, а не воины. Однако у нас есть свое оружие. До того, как была утеряна кузница, мы создали могучее существо из камня. Гиганта для борьбы с порчей. Но чтобы его разбудить, требуется ключ Творца, который можно сделать только в кузнице. Ты поможешь нам. Окей, котел. И что это за котел? Храм, построенный в тени вершины Отца Камней. Там пламя гор было укрощено и направлено в нашу кузницу. Отправляйся на запад. Пройди через Изгарный перевал к пепельной вершине Отца Камней. Там ты найдешь котел. А твой брат молчалив. Твой брат не слишком разговорчив. Но и не безмолвен. Его голосом был звон молота и рокот белого пламени. Да, он работает, ты говоришь. Хм. А какая твоя история? Мне может понадобиться клинок. Неужели твоя нужда отчаяний нашей, всадник? Думаю, нет. Мы боремся за выживание нашего мира, за наш род. Докажи, что ты достоин, тогда мы поможем тебе. Поговорить. Не хочет, наверное, разговаривать со мной. Окей, погнали тогда. Не место для лошади. Так, по сути, мне должны дать вещи DLC. Ну, не вещи DLC, а... У меня же Full Edition. А в Full Edition должны быть вещи еще кое-какие. Ну, открываешь? Всадник, на этом пути тебя ждут одни только беды. Делай все, чего ждут от тебя близкие древние. Я же отправлюсь к котлу. Если ты хочешь оказаться по пояс в порче, это место тебе подойдет. Знаешь, эти ворота здесь не без причины. Будь ты мне другом, я бы тебя ни за что не пропустил. Ха, но кто же назовет своим другом смерть? Расскажи мне о тайнах котла. Можешь ли ты поделиться мудростью, или вся она уже растеряна в бою?
О, мудрость — это не зубы. Ее у меня предостаточно. Достаточно, чтобы держаться подальше от котла. Там множество опасных ловушек. А, но такой шустрый малый наверняка сможет их избежать. Все тогда. Все. У тебя ничего нету, все. Открывай, я пошел. Мне придется идти одному. Так, Б. Карта. Где карта? Мне нужна вся карта. Я его победю. Так, спейс. О, вот это вся карта, ребят. Это все камни. Долина отца камней. Так, горнище. Ливневый форт. Котел. Это куда нам нужно отправиться? Шарам. Так, изгоренный перевал. Проклятый лес. Плачущий утес. Теснина тени. Разрушена кузница, кузнечные земли. Ого, водовороте какой. Так, затерянный храм. Бухточка. Древо жизни. Проходит через эти врата. Три камень, окей. Все, да? Так, тут что-то куда-то есть мне подъемчик. И куда ты ведешь? Их его знает, да? Так, ну это ускорение, в принципе. А, я понял, что это. Это типа был местный стресс. Типа того. И по-другому туда не попасть. Обидно. Нихера себе. Что это за фигня такая? Манать. Чувствую я, мне туда не судьба попасть. Давайте, короче, тогда сюда быстро пробежим, посмотрим, что там. Ускоряем, ускоряем, ускоряем. Так, страница книги мертвых. Страница книги мертвых. Соберите 10 таких страниц, чтобы получить голову, которую можно продать пилигриму.
А что тут тогда фиолетовое было? А, чё, это мой ворон? Похоже, это топорча, которая речи велась. Она тянула фиолетовое, это уже за мной кто-то бежит. Кажется, нет, повезло. Видите, допустим, не отмечено. Окей. Как мне делать таблицу нормально? Как мне сделать нормально? Пробежим здесь, попадем сюда. В принципе, достаточно просто. Да? Пойди, да? Загрузка, загружайся, загружайся. Так, плачущий утес. Так. О, кажется, это старый знакомый друг. Подойди ближе, взгляни, что есть у Вульгрима. Давай посмотрим, что есть у Вульгрима. Приветствую тебя, всадник, и добро пожаловать. Алло, Вдош? Я давно жду тебя. Хаэл, да? Вульгрим, что заставило тебя выползти на свет? Я не хочу потерять своего лучшего клиента. Мало ли кто бродит на грани теней. Поэтому я и хочу предложить свои услуги. Что ты знаешь такого, о чем не знаю я? Я здесь не по своей воле, демон. Я просто шел по следу побоища. Твои клинки еще не затупились. Но в любом случае я могу тебе помочь. У меня есть вещи, которые многими не одобряются. Давай, взгляни же. Ты не будешь разочарован. Давай чекну твой товар. Могу предложить кое-что новое, если у тебя есть деньги. Так, обнулитель. Не будь так мелочен, всадник. При помощи черной магии Вальгрим может стереть все развитые умения. Этот предмет позволяет очистить древо умений и заново распределить. Ясненько. Унаследованный артефакт. Жертвенный артефакт неизвестного происхождения. Так. Позолоченный ларец. Содержит случайно зачарованный предмет. Смерть! Превосходный предмет. Ты же не станешь обманывать меня. Короче, это... Считайте как будто этим. Кейсы открываем в CSGO. Ничего не вижу здесь ценов. 25 кусков, пипец. Продать. Будем собирать и все продавать. Договорились. В другой раз, демон. А пока, может быть, ты сделаешь для меня Рещи. Одолжение? Рещи. В книге мертвых не хватает страниц. Не сомневаюсь, они тебе попадутся во время странствий. Если принесешь их мне, получишь щедрое вознаграждение. Значит, это будет моим проклятием.
Окей. Заберем. А стоит ли мне туда прыгать? Страница книги мертвых. Стоит ли мне туда прыгать? Так, сводка, чтобы подбросить к дереву жизни, сначала нужно восстановить пламя гор. Эх. Ладненько. Давайте, наверное, здесь, я думаю, остановимся. В следующей серии продолжим. Я спрыгну вниз, поднимусь и пойдемте дальше. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.